BBC представляет. Николе Хилл 14 лет. Она серьезно больна. Без пересадки печени она может умереть. 4-летней Лорен Плакроуз тоже нужна печень. Не спеши, потихоньку. Врачи должны решить, кто будет первым в списке на пересадку. Можете дать мне шприц? Если пересадить печень одному, другой может умереть. Это наша самая больная проблема. Трансплантат будет подготовлен на завтра. Я хочу, чтобы мне стало лучше, но это так трудно. Мужчина попал в реанимацию после попытки самоубийства. Я записала экстренный случай, передозировка парацетамолом. Врачи должны решить, нужна ли ему пересадка. Везде большой дефицит донорских органов. Мы должны все тщательно продумать. Показания к пересадке всегда предмет обсуждения. Решение приходится принимать в условиях постоянного дефицита органов. Кандидатов на пересадку становится все больше. Такие решения заставляют врачей делать выбор, кому сохранять жизнь. «На краю жизни». Первая серия. Это отделение трансплантации печени больницы королевы Елизаветы в Бирмингеме. Каждый год врачи проводят около 160 пересадок. Держите аккуратно. Вот так. В условиях нехватки донорских органов каждый случай особо обсуждается. Мы расскажем о самых трудных. Этого мужчину привезли с острой печеночной недостаточностью из Девона. Он в критическом состоянии. Доктор Ник Мерфи, ответственный дежурный в отделении интенсивной терапии. По моему мнению, без трансплантации его шансы выжить меньше 10%. Саймону Виккерсу 53 года. Он пытался совершить самоубийство, приняв 100 таблеток парацетамола. Сложный случай. Еще утром он был подключен к аппарату. Он остался дома один, позвонила жена. И он сказал ей, что выпил много парацетамола. Она вызвала скорую помощь, и его забрали в больницу. Парацетамол нанес печени серьезные повреждения. Без пересадки он не протянет и суток. Мне кажется, что люди иногда не отдают себе отчет, что от передозировки лекарства возможен летальный исход. У Ника Мерфи и его коллег несколько часов, чтобы принять решение относительно Саймона Виккерса. Они хотят понять, почему он пытался уйти из жизни и не захочет ли он совершить это с новой печенью. Врачи понимают, что если ему сделать пересадку, кто-то может не дождаться своей очереди. Это мои пальцы. Николе Хилл 14 лет. Она ничем не отличается от своих сверстников. Но 2 года назад ее жизнь резко изменилась. Утром я, как обычно, ела сэндвичи с ветчиной и вдруг почувствовала, что пропал аппетит. Хотела себя заставить съесть еще,
но ничего не получилось. Я поднялась в свою комнату и прилегла на кровать, но меня начало тошнить, а потом вырвало с кровью бурого цвета. Я поняла, что я не хочу умирать. Никола страдает редким заболеванием, которое называется аутоиммунный гепатит. Ее печень разрушает ее же организм. Попробуем использовать слово, о котором мы говорили. Повреждения настолько глубокие, что нарушился ток крови в легких. Николе не хватает кислорода даже для простых движений. Я задыхаюсь, когда поднимаюсь по лестнице, а гуляя с подругами, прошу их идти как можно медленнее. Новая печень спасет жизнь Николы. Но существует вероятность, 1 к 10, что она может умереть в первый же год после ее пересадки. Она мечтает выздороветь, чтобы гулять на улице с друзьями и подругами. Моя дочь хочет жить, как все ее ровесники, бегать, прыгать, плавать. Но в данной ситуации ей за ними не угнаться. Если будет принято решение сделать Николе пересадку, она окажется в списке из 13 взрослых и детей, живущих в этом городе. Ну, как дела сегодня? Профессор Дейдра Келли заведует отделением пересадки печени в детской больнице Бирмингема. Привет, малышка, извини, что разбудила. При таком плотном списке больных профессор Келли с коллегами должны принять решение, кому из детей делать пересадку. В случае с Николой болезнь вышла за пределы медикаментозного лечения. У нее началось опасное для жизни осложнение. Еще немного и наступит стадия, когда делать пересадку окажется бессмысленно. Врачам нелегко принять решение. Понятно, что новая печень сможет продлить жизнь Николы, но дальнейшая перспектива остается туманной. В отличие от большинства аналогичных больных, у нее есть большая вероятность рецидива болезни и даже отсутствие эффекта от операции. Это нестандартный случай. Для нее пересадка связана с большим риском. К концу недели врачи должны решить, имеет ли смысл включать Николу в список из 13 человек. Иди сюда, ко мне. Уэйн Резник живет в другом районе Бирмингема. Он тоже хочет попасть в список. Вот молодец, умница. Иди сюда. Я записался к врачу на обследование, так как у меня опухли ноги и раздулся живот. Когда я пришел на прием к врачу, он велел мне присесть и тут же вызвал скорую помощь. Бентли, иди сюда. Иди ко мне. Тогда я потерял сознание. Несколько недель полностью выпали из памяти. Когда я пришел в себя после комы и медикаментозного лечения, я понял, что моя печень не выдержала. Уэйн находится в больнице Королевы Елизаветы в Бирмингеме в отделении гепатологии. Он проведет здесь не меньше недели, прежде чем врачи установят медицинские и психологические предпосылки для операции. Здравствуйте, Уэйн. Здравствуйте. Первая часть обследования Уэйна начинается с подробного изучения его прошлого. Ничего, спасибо. Мне надо что-то записывать, это домашнее задание? Возможно. Хотите чашечку чая? Да, сейчас. Чай в ящике. Профессор Джеймс Ньюбергер руководствуется самыми строгими критериями, чтобы определить необходимость операции для Уэйна. Случается ли у вас одышка при передвижении? Она сильнее, чем у ваших сверстников? Нет. Когда ложитесь, одышка прекращается? Да. Каждый больной проходит через такое обследование. Прежде всего, мы руководствуемся правилом 5 лет 50%. Это означает, что у больного должно быть больше 50% шансов прожить 5 лет после операции.
Если идет речь о пересадке донорского органа человеку, он проходит самое тщательное обследование, которое затрагивает и деликатный момент. Если пациент пьющий человек, то велика вероятность, что он продолжит употребление алкоголя, и лечение окажется просто напрасным. Печень Уэйна разрушена от чрезмерных возлияний. Сейчас он безработный и живет в приюте. Его соседи тоже пьяницы. Два года назад Уэйна предупредили, что он обязательно должен бросить пить. Доктор Дэвидсон мне сказал прямо: если не бросишь пить, умрешь. С тех пор я не выпил ни одной капли. Посмотрите мои анализы. Я их делал каждую неделю. Если бы в организме появился алкоголь, все тут же стало бы известно. Что вы обычно пили и сколько? Ну, в день обычно 3 литра сидра и бутылку водки. Каждому человеку надо подходить индивидуально. У нас немного донорских органов. Если пересадить печень одному, кто-то, скорее всего, умрет. Для нас это всегда была самая сложная проблема. Ньюбергер и его коллеги должны решить, стоит ли пересаживать печень Уэйну. Алкогольное поражение печени свойственно менее чем 10% больных, кому была сделана операция по пересадке. Все 12 часов интенсивной терапии состояние Саймона Виккерса остается критическим. Врачи пытаются разобраться в причине, побудившей его совершить попытку самоубийства. У нас в отделении больной с передозировкой парацетамола. В данное время состояние стабилизировалось, содержание кислорода в крови в норме. Мне необходимо поставить ему катетер. Жена Саймона Виккерса, Клэр, и трое его сыновей в последние дни все время проводят вместе. Мне трудно говорить. Иногда создается впечатление, что ему становится лучше, но он не считает, что это результат лечения. Совсем недавно у Саймона Виккерса было все, ради чего стоило жить. Но постепенно у него стала развиваться клиническая депрессия. У его родственников тоже отмечались случаи депрессии. Хотя он всегда был рассудительным человеком и не бежал от проблем. Но сейчас трудно будет убедить его в том, что его страдания – это результат болезни. Саймон Виккерс являлся старшим служащим в правительстве Гонконга в течение 18 лет. В 1997 году он вернулся в Великобританию, и здесь у него началась депрессия, которая тяжелым бременем легла на его семью. У папы прекрасная семья и замечательная работа. Но, видимо, из-за болезни у него появились мысли о самоубийстве. Нет, у него не было причин расстраиваться, но он этого не осознавал из-за болезни. Видимо, поэтому у него были мысли о самоубийстве. Я позвонила ему в воскресенье утром. Он мне ответил: наверное, не стоит это говорить тебе, но я выпил парацетамол. Голос звучал нормально, и я подумала, что с ним все в норме. Я спросила: тебе надо к врачу? Он ответил: нет, меня просто тошнит. Но я все-таки вызвала скорую помощь, его увезли в больницу. Достоин ли он пересадки? Трудная задача, верно? У него тяжелая клиническая депрессия, которая излечима. Мы проведем
беседу с его психиатром и лечащим врачом, а также членами его семьи. Когда соберем информацию, попытаемся предсказать, что будет дальше, не делая опрометчивых шагов. Перед тем, как Николу включат в список, врачи должны установить степень срочности операции. Большое спасибо, Сью, что вы пришли к нам. Давайте вернемся к обсуждению операции и начнем с первого кандидата, Николы. Есть несколько нюансов, которые нужно прояснить. Список кандидатов на пересадку печени составлен по группам крови, и между больными с одинаковой группой крови происходит невидимая конкуренция. Врачи вынуждены расставлять больных по приоритетам. Самая распространенная группа крови первая. Такие больные ждут долго, потому что в этой категории довольно много кандидатов на операцию. Самая удобная группа вторая. Она не такая распространенная, так что кандидатов на пересадку меньше. У Николы вторая группа крови. В ее списке еще трое детей, которым также необходима пересадка. Я бы посоветовал... И одна из них, 4-летняя Лорен Плакроуз. В ситуации недостатка донорских органов профессор Келли должна предвидеть, сколько каждый ребенок проживет без новой печени. Вы скажете ей, что будете делать? Дейзи, тебе дадут поддерживающие лекарства. В случае с Лорен прогноз неутешительный. Она не хочет. Печень довольно быстро разрушается. У нее множественные осложнения. Жидкость в животе, желудочные кровотечения, начинаются легочные осложнения. Давайте прочтем историю болезни Лорен. Что здесь написано? Что? Что может случиться через год, если не сделать пересадку? Она будет медленно угасать. Уже сейчас живет только за счет поддерживающих лекарств. Врачи должны решить, кто получает печень первой, Никола или Лорен. Здравствуйте, доктор Торган, здравствуйте, как дела? Все в порядке? Хорошо. Ну, хорошо, мы ознакомились со всеми анализами, я говорил с профессором Ньюбергером. В данное время в вашей печени не обнаружено признаков недостаточности. Врачи сошлись во мнении, что на этой стадии думать о пересадке преждевременно. Мы выпишем вас домой с условием, что вы будете воздерживаться от спиртных напитков. Весьма вероятно, что при этом состояние не только не ухудшится, а даже произойдет улучшение. Ну, прекрасно. Чудесное выздоровление Уэйна избавило врачей от необходимости решать вопрос о пересадке печени. Сейчас еще рано говорить о трансплантации. Печень в хорошем состоянии, а так как он бросил пить, ее функции должны восстановиться. Это хорошие новости. Да. Спасибо, я рад вернуться домой, увидеть Бентли, взять его с собой на прогулку и почувствовать себя выздоровевшим. Это великолепно. Я смогу принять важный вид и больше не жалеть себя. Несмотря на всю серьезность состояния здоровья Уэйна, есть данные, что после отказа от спиртных напитков начался процесс выздоровления. Печень для Саймона Виккерса была найдена через несколько часов ожидания. Мы поместили его в начало списка больных и поставили в известность все другие центры о том, что у нас случай высшей срочности. И почти сразу печень с нужной группой крови нашлась. Так бывает нечасто. Иногда приходится ждать очень продолжительное время. Ему невероятно повезло. Скрестите пальцы. Донорский орган у нас есть. Джули Паска, координатор доноров. В ее обязанности входит объяснить семье необходимость донорства.
Чаще всего члены семьи говорят «нет». Одна из множества причин отказа в том, что они не знают, захотел бы этого их близкий или родственник. Они не хотят поступать против воли покойного. А поскольку они не уверены, чаще всего ответ бывает отрицательным. Сегодня Джули встречается с семьей Дорин. Так зовут 58-летнюю женщину, у которой произошло кровоизлияние в мозг. Врачи бессильны спасти ее. Прежде всего, хочу выразить сожаление по поводу того, что нам приходится встречаться при таких обстоятельствах. Насколько я вас поняла, вы согласны пожертвовать органы. Если вы сомневаетесь, можете отказаться в любой момент, это ваше право. Сейчас еще имеется возможность взять органы у Дорин. Мы можем изъять ее сердце, легкие, печень и обе почки. Из ее сердца можно изготовить клапаны для пересадки. Они будут имплантированы маленьким детям с врожденными пороками сердца. Одно сердце делится на несколько частей. Да. Одно сердце дает материал для 7 или 8 детей. Нет ли у вас возражений по поводу услышанного? Может быть, теперь вы не согласны? Папа, решать тебе. Я не против. Тебя все устраивает? Да. Ты уверен? Да, а ты? Я даю согласие и рада, что мы кому-то поможем. Вы совершили ответственный поступок. Непростое решение, но я подумала о людях, которым мама могла бы оказать помощь. Она была бы довольна, если бы узнала, скольких детей она спасает. Правда? Вам трудно было решиться, но я думаю, вы поступили правильно. Правда, вы действительно так считаете? Да. Хорошо, да. Другая семья в другом месте тоже решила пожертвовать органы. Это решение может спасти жизнь Саймону Виккерсу. После ночного путешествия бригада врачей привезла печень в Бирмингем. Операцию будет проводить хирург Джон Бакклс. Он в числе врачей, которые проведут Саймону Виккерсу трансплантацию. Мы нечасто оперируем больных с печеночной недостаточностью из-за парацетамола. Таких людей трудно судить, так как они принимают чрезмерную дозу лекарства в состоянии душевного кризиса под влиянием импульса, но у них нет стойкого желания умереть. Нам еще не встречался пациент, который бы сожалел о сделанной операции и снова пытался бы совершить самоубийство. 7 человек из списка ждут печени от донора с первой группой крови. Держите параллельно анастомозу. Вот так, хорошо. Ножницы. У нас есть все шансы вовремя получить органы для 7 больных, чтобы не дать им умереть. В списке существует строгая очередность, но если наступает ухудшение состояния, то больной переводится в начало списка и становится кандидатом на срочную пересадку. Операция Саймона Виккерса в медицинском плане прошла безупречно. Как он поведет себя, когда поймет, что остался жив, станет ясно после его пробуждения. Привет, пап. Это мы, Бруно и Ростин. Тебе пересадили печень. Операция прошла удачно. Мы пришли и хотим тебя поддержать. Вся наша семья тебя очень любит. Мы постоянно будем рядом, у нас все еще впереди. Наконец мы дождались звонка. Нам сказали одно: готовьтесь. Тебе перенесут экзамен, это тоже хорошая новость. После 6 недель ожидания телефон зазвонил. Печень для Николы найдена.
Ее зовут Маргарет, ее семья не против. В церкви тоже знают. Тщательно разработанный план приведен в действие. Никол и ее семью в машине скорой помощи отвозят в аэропорт Эдинбурга. Как представишь, сколько еще предстоит пережить... Чувствуешь себя как во сне. А вокруг столько людей, и все тоже озабочены своими делами. Специальный чартерный рейс доставит их в Бирмингем, где начнется подготовка к пересадке. На следующее утро Никола уже будет в операционной. Держись. Пока. Пока, милая. Проснешься, пойдем гулять. В такой момент мы по-настоящему осознали, как она нам дорога. Я и муж очень любим ее, ее жизнь бесценна. Через 3 дня после операции Саймон Виккерс узнал, что его попытка свести счеты с жизнью оказалась неудачной, и ему пересадили печень. Все шлют тебе пожелания скорейшего выздоровления. Когда он пришел в себя, то осознал, что находится в Бирмингеме. Это повергло его в состояние шока. Он помнит все, но очень удивился, когда услышал, что ему сделали операцию. Вот твое обезболивающее. Настроение у него не из лучших. Думаю, когда он почувствует улучшение, тогда и воспрянет духом. Надеюсь, он благодарен людям, приславшим открытки с добрыми пожеланиями. Каждый день я приношу ему все новые и новые письма. Вечером он послал записки ребятам. Операция у Николы продлится как минимум 7 часов. Ее будет проводить Дариус Мерсер. Через час поврежденная печень Николы удалена. Вся печень покрыта узлами, вены оказались расширены из-за огромного давления. Теперь очевидно, что пересадка была необходима. Я должна встретиться и поговорить с семьей, так как операция может продлиться от 7 до 9 часов. Для них это утомительно. Как вы себя чувствуете? Ожидание не самое приятное занятие. Мы думаем о том, что там может происходить. Если мы что-нибудь узнаем, да... то тут же вам скажем, прошу вас. Мы хотим быть в курсе событий. Пожалуйста. Донорская печень подготовлена к пересадке. Если осмотреть печень, видно, что ткань бледная. Сейчас в ней нет кровотока. Она начнет розоветь, когда мы подведем к ней воротную вену. Печень Николы повреждена болезнью, а новая выглядит гладкой и розовой.
Вот печень. Прекрасная новая печень. Операция закончена, и Николу перевозят в отделение реанимации. Через неделю после пересадки Саймон Виккерс узнал о том, с какими трудностями пришлось столкнуться, чтобы спасти ему жизнь. Не знаю, что и думать. Мне трудно понять точку зрения врачей. Они хотят, чтобы люди были здоровы, а я хотел что-то другое. Это скрытый конфликт интересов. Психиатр Кэрри Уэбб следит за эмоциональным состоянием Саймона и пока сомневается в его стабилизации. Мы еще не заметили положительных сдвигов в его настроении, и я не могу поручиться за то, что он не попытается вновь свести счеты с жизнью. Когда мы принимали решение, то взяли на себя обязательство воспрепятствовать этому всеми силами. И пришли к выводу, что ему необходима постоянная сиделка, которая не спускала бы с него глаз. Мы пришли проверить ваш номер. Саймон Виккерс, номер 341-0205. За неделю в отделении пересадки было сделано все, что требовалось для Виккерса. Предстояло решать, что делать дальше. Я хочу увидеть Саймона перед тем, как вернусь домой. Сегодня в последний раз прихожу сюда, потому что на следующей неделе его выписывают. Что касается Саймона Виккерса, то здесь все идет нормально. Но в данный момент его не следует выписывать домой. Каковы бы ни были причины передозировки, его надо перевести в другое отделение. По-моему, он не рад произошедшему. И его отношение к жизни еще противоречиво. Он подавлен, расстроен и страдает от чувства вины. Все это будет продолжаться. Вы уверены, что в своих действиях и решениях всегда поступаете правильно? Нет, конечно. Его первыми словами было: «Зачем ты вызвала скорую помощь?» Но бездействовать я не могла. Может, по отношению к нему это и было ошибкой, но для семьи и для остальных это был правильный поступок, я не знаю. Вы поступили под влиянием момента? Да, я не смогла бы жить, если бы не позвонила. А с другой стороны, я не уверена, что смогу продолжать с ним жить, когда он в таком состоянии. Это ужасная дилемма. Сыновья говорят, что по всем данным ему становится лучше, что он все преодолеет. Но это очень сомнительный оптимизм. Если бы у меня была определенная уверенность в том, что он с собой справится, то мы бы поддерживали его всеми силами. 2 или 3 месяца назад показалось, что он пошел на поправку. В самом деле? Не знаю, надолго ли меня хватит. Понятно. Семья Николы направляется в детскую больницу навестить ее после операции. Я была счастлива увидеть ее. Правда, немного побаивалась. Она лежала вся оплетенная трубками и проводами.
Но это была она, моя дочь, и она была жива. Я буду вне себя от радости, когда увижу, как она бегает, играет с собакой. Ты прекрасно выглядишь, Никола. Просто великолепно. Дорогая. Привет, как дела? Как вам понравилась Никола? Вы рады ее увидеть? Да. Замечательно. Как ее здоровье? Все хорошо. Всего один дренаж. Неплохо. Хорошие данные анализа. Тромбоциты 48. Она спала спокойно, ее уже можно разбудить. Вы не против? Давайте мы ее разбудим. Хорошо? Благодарю вас. Да не за что. Спасибо. Скрестим пальцы. Ну ладно, мы еще увидимся. Ты в порядке? Да? Ты умница. Ты знаешь, что происходит? Все хорошо. Ты молодец. Не слышу, что она говорит, не слышу. Тебе не больно? Ты сильная? Очень сильная. Да, все идет как надо. Новая печень работает. Твой организм выдержит. Все будет хорошо. Когда у нее вынут трубку из горла, она почувствует себя лучше. А когда окончательно придет в себя, ей будет еще лучше. Несомненно. Да, она еще дремлет. Раз врачи не проявляют беспокойства, то и я постараюсь не волноваться. Все хорошо? Людям вроде меня не стоило пересаживать печень. А что же надо было делать? Пересаживать тому, кто больше нуждался в этом. Наверняка кому-то она была нужнее. И я хочу вернуться домой, но психиатры не разрешают. Но это полпроблемы. Врачи меня не отпускают. А я думаю, что это жестоко, так как обязан быть дома. Не хочу загреметь в психушку. Мой брат специально приехал, чтобы все узнать. Он не стал звонить. Отец уехал в Бёрдхед и прыгнул со скалы высотой 60 метров. Когда я видел его в последний раз, он говорил со мной довольно прохладно и нисколько не изменил своего отношения за последние полтора года. Я посмотрел ему в глаза и почувствовал, что в них зияет пустота. Иногда мне казалось, что он обрел душевный покой. Я понимаю, как он пытался избавиться от мук своего положения. Тот, кто не пережил такого, не поймет. По крайней мере, это было его решение, и его надо уважать. И хотя его уже нет с нами, незримо, он рядом.
Ты знаешь свежие анекдоты? Расскажи бабушке. Лет 16 или 17 моей жизни он был самым лучшим отцом, о котором только можно было мечтать. Ты неуклюжий медведь. Зато мы вместе. Все друзья мне говорили о том, что его лучшая черта – умение ладить с детьми. Что тебе нравится больше всего? Больше всего? Смотреть, как ты гоняешь футбол. Нравится быть вместе с близкими. Нравится путешествовать всей семьей. И когда все идет хорошо. Одна из причин, почему нам как-то еще удавалось справляться с его болезнью, была не только в поддержке друг друга, а в нем самом и в нашей семье. За 15 лет существования отделения в нем произведено более 2500 пересадок печени. Пациентов с передозировкой парацетамола среди них незначительное число. Я не вижу большой разницы. Я заглянул в базу данных. Мы сделали 59 пересадок у больных с передозировкой парацетамола. Саймон Виккерс первый, кто не изменил своего решения и повторно совершил самоубийство. Это означает, что наши установки были слишком жесткими. Но, тем не менее, приятно отметить, что у других повторных попыток не было. Врачи хотят быть уверены, что в случае с Виккерсом сделали все, что могли. Считаю, что мы правильно оценили ситуацию и приняли верное решение, но после этого пришлось двигаться на ощупь. Да, были консультации с личным врачом, психиатром, семьей, но все это за слишком короткий промежуток времени. Мнение всех наших собеседников было в пользу операции. Я полагаю, что если бы мы прошли с ним этот трудный период, прогноз для его души был бы благоприятней. Насколько точно можно было бы предсказать его будущее по истории болезни? Хотелось дать ему возможность думать, решать, сомневаться. И я много думал об этом. Мне кажется, что при таких же обстоятельствах мы снова приняли бы такое же решение. Я хочу сказать, мы бы рассуждали точно так же. Если подвести итог, думаю, в целом мы действовали правильно и сделали все, что могли. Но если человек неверно истолковывает ситуацию и свои действия, я не думаю, что мы в чем-то ошиблись и поступили неправильно. Это был непредвиденный исход. И в результате смерть. Подобные решения становится все труднее принимать. С каждым годом увеличивается разрыв между больными, нуждающимися в пересадке, и количеством доступных органов. Сегодня половина семей потенциальных доноров отказывается пожертвовать органы, когда их близкий умирает. Через неделю после операции Никола была переведена из палаты интенсивной терапии. Она пошла на поправку. Она чувствует себя намного лучше и уже скоро собирается вернуться домой. Она счастлива. Для нас это камень с души. Да. И радость. Да. Все хорошо, что хорошо кончается. Представляешь, как она еще будет смеяться? Состояние легких Николы заметно улучшилось. Все постепенно входит в норму. В последнее время я с благодарностью думаю о семье, которая решилась пожертвовать печень. И Никола тоже думает о них. Я не хочу. Скажи, когда захочешь отдохнуть. Хорошо? С нетерпением жду, когда ей станет еще лучше. Она начнет двигаться и сможет сесть. А еще будет замечательно увидеть, как она побежит. Хочешь присесть или вернешься назад? Врачи уверены, что скоро Николу можно будет выписать домой. Бентли! Thank you.
ваше право. Сейчас еще имеется возможность взять органы у Дорин. Мы можем изъять ее сердце, легкие, печень и обе почки. Из ее сердца можно изготовить клапаны для пересадки. Они будут имплантированы маленьким детям с врожденными пороками сердца. Одно сердце делится на несколько частей. Да. Одно сердце дает материал для 7 или 8 детей. Нет ли у вас возражений по поводу услышанного? Может быть, теперь вы не согласны? Пап, решать тебе. Я не против. Тебя все устраивает? Да. Ты уверен? Да, а ты? Я даю согласие и рада, что мы кому-то поможем. Вы совершили ответственный поступок. Непростое решение, но я подумала о людях, которым мама могла бы оказать помощь. Она была бы довольна, если бы узнала, скольких детей она спасает. Правда? Вам трудно было решиться, но я думаю, вы поступили правильно. Правда, вы действительно так считаете? Да. Хорошо, да. Другая семья в другом месте тоже решила пожертвовать органы. Это решение может спасти жизнь Саймону Виккерсу. После ночного путешествия бригада врачей привезла печень в Бирмингем. Операцию будет проводить хирург Джон Бакклс. Он в числе врачей, которые проведут Саймону Виккерсу трансплантацию. Мы нечасто оперируем больных с печеночной недостаточностью из-за парацетамола. Таких людей трудно судить, так как они принимают чрезмерную дозу лекарства в состоянии душевного кризиса под влиянием импульса, но у них нет стойкого желания умереть. Нам еще не встречался пациент, который бы сожалел о сделанной операции и снова пытался бы совершить самоубийство. 7 человек из списка ждут печень от донора с первой группой крови. Держите параллельно анастомозу. Вот так, хорошо. Ножницы. У нас есть все шансы вовремя получить органы для 7 больных, чтобы не дать им умереть. В списке существует строгая очередность, но если наступает ухудшение состояния, то больной переводится в начало списка, и становится состояние не только не ухудшится, а даже произойдет улучшение. Ну, прекрасно. Чудесное выздоровление Уэйна избавило врачей от необходимости решать вопрос о пересадке печени. Сейчас еще рано говорить о трансплантации. Печень в хорошем состоянии, а так как он бросил пить, ее функции должны восстановиться. Это хорошие новости. Да. Спасибо, я рад вернуться домой, увидеть Бентли, взять его с собой на прогулку и почувствовать себя выздоровевшим. Это великолепно. Я смогу принять важный вид и больше не жалеть себя. Несмотря на всю серьезность состояния здоровья Уэйна, есть данные, что после отказа от спиртных напитков начался процесс выздоровления. Печень для Саймона Виккерса была найдена через несколько часов ожидания. Мы поместили его в начало списка больных и поставили в известность все другие центры о том, что у нас случай высшей срочности. И почти сразу печень с нужной группой крови нашлась. Так бывает нечасто. Иногда приходится ждать очень продолжительное время. Ему невероятно повезло. Скрестите пальцы. Донорский орган у нас есть. Джули Паска, координатор доноров. В ее обязанности входит объяснить семье необходимость донорства.
Чаще всего члены семьи говорят «нет». Одна из множества причин отказа в том, что они не знают, захотел бы этого их близкий или родственник. Они не хотят поступать против воли покойного. А поскольку они не уверены, чаще всего ответ бывает отрицательным. Сегодня Джули встречается с семьей Дорин. Так зовут 58-летнюю женщину, у которой произошло кровоизлияние в мозг. Врачи бессильны спасти ее. Прежде всего, хочу выразить сожаление по поводу того, что нам приходится встречаться при таких обстоятельствах. Насколько я вас поняла, вы согласны пожертвовать органы. Если вы сомневаетесь, можете отказаться в любой момент, это ваше право. Сейчас еще имеется возможность взять органы у Дорин. Мы можем изъять ее сердце, легкие, печень и обе почки. Из ее сердца можно изготовить клапаны для пересадки. В порядке, хорошо. Ну, хорошо. Мы ознакомились со всеми анализами, я говорил с профессором Ньюбергером. В данное время в вашей печени не обнаружено признаков недостаточности. Врачи сошлись во мнении, что на этой стадии думать о пересадке преждевременно. Мы выпишем вас домой с условием, что вы будете воздерживаться от спиртных напитков. Весьма вероятно, что при этом состояние не только не ухудшится, а даже произойдет улучшение. Ну, прекрасно. Чудесное выздоровление Уэйна избавило врачей от необходимости решать вопрос о пересадке печени. Сейчас еще рано говорить о трансплантации. Печень в хорошем состоянии, а так как он бросил пить, ее функции должны восстановиться. Это хорошие новости, да. Спасибо, я рад вернуться домой, увидеть Бентли, взять его с собой на прогулку и почувствовать себя выздоровевшим. Это великолепно. Я смогу принять важный вид и больше не жалеть себя. Несмотря на всю серьезность состояния здоровья Уэйна, есть данные, что после отказа от спиртных напитков начался процесс выздоровления. Печень для Саймона Виккерса была найдена через несколько часов ожидания. Мы поместили его в начало списка больных и поставили в известность все другие центры о том, что у нас случай высшей срочности. И почти сразу печень с нужной группой крови нашлась. Так бывает нечасто. Иногда приходится ждать очень продолжительное время. Ему невероятно повезло. Скрестите пальцы. Донорский орган у нас есть. Джули Паска, координатор доноров. В ее обязанности входит объяснить семье необходимость донорства. Чаще всего члены семьи говорят «нет». Одна из множества причин отказа в том, что они не знают, захотел бы этого их близкий или родственник. Они не хотят поступать против воли покойного. А поскольку они не уверены, чаще всего ответ бывает отрицательным. Сегодня Джули встречается с семьей Дорин. Так зовут 58-летнюю женщину, у которой произошло кровоизлияние в мозг. Врачи бессильны спасти ее. Прежде всего, хочу выразить сожаление по поводу того, что нам приходится встречаться при таких обстоятельствах. Насколько я вас поняла, вы согласны пожертвовать органы. Если вы сомневаетесь, можете отказаться. Джули направляется в детскую больницу навестить ее после операции. Я была счастлива увидеть ее. Правда, немного побаивалась. Она лежала вся оплетенная трубками и проводами. Но это была она, моя дочь, и она была жива. Я буду вне себя от радости, когда увижу, как она бегает, играет с собакой. Ты прекрасно выглядишь, Никола. Просто великолепно. Дорогая.
Привет, как дела? Как вам понравилась Никола? Вы рады ее увидеть? Да. Замечательно. Как ее здоровье? Все хорошо. Всего один дренаж. Неплохо. Хорошие данные анализа. Тромбоциты 48. Она спала спокойно, ее уже можно разбудить. Вы не против? Давайте мы ее разбудим. Хорошо? Благодарю вас. Да не за что. Спасибо. Скрестим пальцы. Ну ладно, мы еще увидимся. Ты в порядке? Да? Ты умница. Ты знаешь, что происходит? Все хорошо. Ты молодец. Не слышу, что она говорит, не слышу. Тебе не больно? Ты сильная? Очень сильная. Да, все идет как надо. Новая печень работает. Твой организм выдержит. Все будет хорошо. Когда у нее вынут трубку из горла, она почувствует себя лучше. А когда окончательно придет в себя, ей будет еще лучше. Несомненно. Да, она еще дремлет. Раз врачи не проявляют беспокойства, то и я постараюсь не волноваться. Все хорошо? Людям вроде меня не стоило пересаживать печень. Новая печень спасет жизнь Николы. Но существует вероятность, 1 к 10, что она может умереть в первый же год после ее пересадки. Она мечтает выздороветь, чтобы гулять на улице с друзьями и подругами. Моя дочь хочет жить, как все ее ровесники, бегать, прыгать, плавать. Но в данной ситуации ей за ними не угнаться. Если будет принято решение сделать Николе пересадку, она окажется в списке из 13 взрослых и детей, живущих в этом городе. Ну, как дела сегодня? Профессор Дейдра Келли заведует отделением пересадки печени в детской больнице Бирмингема. Привет, малышка, извини, что разбудила. При таком плотном списке больных профессор Келли с коллегами должны принять решение, кому из детей делать пересадку. В случае с Николой болезнь вышла за пределы медикаментозного лечения. У нее началось опасное для жизни осложнение. Еще немного, и наступит стадия, когда делать пересадку окажется бессмысленно. Врачам нелегко принять решение. Понятно, что новая печень сможет продлить жизнь Николы, но дальнейшая перспектива остается туманной. В отличие от большинства аналогичных больных, у нее есть большая вероятность рецидива болезни и даже отсутствие эффекта от операции. Это нестандартный случай. Для нее пересадка связана с большим риском. К концу недели врачи должны решить, имеет ли смысл включать Николу в список из 13 человек. Иди сюда, ко мне. Уэйн Резник живет в другом районе Бирмингема. Он тоже хочет попасть в список. Вот молодец, умница. Иди сюда. Я записался к врачу на обследование, так как у меня опухли ноги и раздулся живот. Когда я пришел на прием к врачу, он велел мне присесть и тут же вызвал скорую помощь. Бентли, иди сюда. Иди ко мне. Тогда я потерял сознание, несколько недель полностью выпали из памяти. Когда я пришел в себя после комы и медикаментозного лечения, я понял, что моя печень не выдержала.
Уэйн находится в больнице королевы Елизаветы в Бирмингеме в отделении гепатологии. Он проведет здесь не меньше недели, прежде чем врачи установят Достоин ли он пересадки? Трудная задача, верно? У него тяжелая клиническая депрессия, которая излечима. Мы проведем беседу с его психиатром и лечащим врачом, а также членами его семьи. Когда соберем информацию, попытаемся предсказать, что будет дальше, не делая опрометчивых шагов. Перед тем, как Николу включат в список, врачи должны установить степень срочности операции. Большое спасибо, Сью, что вы пришли к нам. Давайте вернемся к обсуждению операции и начнем с первого кандидата, Николы. Есть несколько нюансов, которые нужно прояснить. Список кандидатов на пересадку печени составлен по группам крови, и между больными с одинаковой группой крови происходит невидимая конкуренция. Врачи вынуждены расставлять больных по приоритетам. Самая распространенная группа крови первая. Такие больные ждут долго, потому что в этой категории довольно много кандидатов на операцию. Самая удобная группа вторая. Она не такая распространенная, так что кандидатов на пересадку меньше. У Николы вторая группа крови. В ее списке еще трое детей, которым также необходима пересадка. Я бы посоветовал... И одна из них – четырехлетняя Лорен Плакроуз. В ситуации недостатка донорских органов профессор Келли должна предвидеть, сколько каждый ребенок проживет без новой печени. Вы скажете ей, что будете делать? Дейзи, тебе дадут поддерживающие лекарства. В случае с Лорен прогноз неутешительный. Она не хочет. Печень довольно быстро разрушается, у нее множественные осложнения. Жидкость в животе, желудочные кровотечения, начинаются легочные осложнения. Давайте прочтем историю болезни Лорен. Что здесь написано? Что? Что может случиться через год, если не сделать пересадку? Она будет медленно угасать. Уже сейчас живет только за счет поддерживающих лекарств. Врачи должны решить, кто получает печень первой, Никола или Лорен. Здравствуйте, доктор Торган, здравствуйте, как дела? Все в порядке? Хорошо. Ну, хорошо. Мы ознакомились со всеми анализами, я говорил с профессором Ньюбергером. В данное время в вашей печени не обнаружено признаков недостаточности. Врачи сошлись во мнении, что на важный вид и больше не жалеть себя. Несмотря на всю серьезность состояния здоровья Уэйна, есть данные, что после отказа от спиртных напитков начался процесс выздоровления. Печень для Саймона Виккерса была найдена через несколько часов ожидания. Мы поместили его в начало списка больных и поставили в известность все другие центры о том, что у нас случай высшей срочности. И почти сразу печень с нужной группой крови нашлась. Так бывает нечасто. Иногда приходится ждать очень продолжительное время. Ему невероятно повезло. Скрестите пальцы. Донорский орган у нас есть. Джули Паска, координатор доноров. В ее обязанности входит объяснить семье необходимость донорства. Чаще всего члены семьи говорят «нет». Одна из множества причин отказа в том, что они не знают, захотел бы этого их близкий или родственник. Они не хотят поступать против воли покойного. А поскольку они не уверены, чаще всего ответ бывает отрицательным. Сегодня Джули встречается с семьей Дорин. Так зовут 58-летнюю женщину, у которой произошло кровоизлияние в мозг. Врачи бессильны спасти ее. Прежде всего, хочу выразить сожаление по поводу того, что нам приходится встречаться при таких обстоятельствах. Насколько я вас поняла, вы согласны пожертвовать органы.
Если вы сомневаетесь, можете отказаться в любой момент. Это ваше право. Сейчас еще имеется возможность взять органы у Дорин. Мы можем изъять ее сердце, легкие, печень и обе почки. Из ее сердца можно изготовить клапаны для пересадки. Они будут имплантированы маленьким детям с врожденными пороками сердца. Одно сердце делится на несколько частей. Да. Одно сердце дает материал для 7 или 8 детей. Нет ли у вас возражений по поводу услышанного? Может быть, теперь вы не согласны? Пап, решать тебе. Я не против. Тебя все устраивает? Да. Ты уверен? Да, а ты? Я даю согласие и рада, что мы кому-то поможем. Вы совершили ответственный поступок. 4-летний Лорен Плакроуз тоже нужна печень. Не спеши, потихоньку. Врачи должны решить, кто будет первым в списке на пересадку. Можете дать мне шприц? Если пересадить печень одному, другой может умереть. Это наша самая больная проблема. Трансплантат будет подготовлен на завтра. Я хочу, чтобы мне стало лучше, но это так трудно. Мужчина попал в реанимацию после попытки самоубийства. Я записала экстренный случай, передозировка парацетамолом. Врачи должны решить, нужна ли ему пересадка. Везде большой дефицит донорских органов. Мы должны все тщательно продумать. Показания к пересадке всегда предмет обсуждения. Решение приходится принимать в условиях постоянного дефицита органов. Кандидатов на пересадку становится все больше. Такие решения заставляют врачей делать выбор, кому сохранять жизнь. «На краю жизни». Первая серия. Это отделение трансплантации печени больницы королевы Елизаветы в Бирмингеме. Каждый год врачи проводят около 160 пересадок. Держите аккуратно. Вот так. В условиях нехватки донорских органов каждый случай особо обсуждается. Мы расскажем о самых трудных. Этого мужчину привезли с острой печеночной недостаточностью из Девона. Он в критическом состоянии. Доктор Ник Мерфи, ответственный дежурный в отделении интенсивной терапии. По моему мнению, без трансплантации его шансы выжить меньше 10%. Саймону Виккерсу 53 года. Он пытался совершить самоубийство, приняв 100 таблеток парацетамола. Сложный случай. Еще утром он был подключен к аппарату. Он остался дома один, позвонила жена. И он сказал ей, что выпил много парацетамола. Операция может продлиться от 7 до 9 часов. Для них это утомительно. Как вы себя чувствуете? Ожидание не самое приятное занятие. Мы думаем о том, что там может происходить. Если мы что-нибудь узнаем, да, то тут же вам скажем, прошу вас. Мы хотим быть в курсе событий. Пожалуйста. Донорская печень подготовлена к пересадке. Если осмотреть печень, видно, что ткань бледная. Сейчас в ней нет кровотока. Она начнет розоветь, когда мы подведем к ней воротную вену.
Печень Николы повреждена болезнью, а новая выглядит гладкой и розовой. Вот печень. Прекрасная новая печень. Операция закончена, и Николу перевозят в отделение реанимации. Через неделю после пересадки Саймон Виккерс узнал о том, с какими трудностями пришлось столкнуться, чтобы спасти ему жизнь. Не знаю, что и думать. Мне трудно понять точку зрения врачей. Они хотят, чтобы люди были здоровы, а я хотел что-то другое. Это скрытый конфликт интересов. Психиатр Кэрри Уэбб следит за эмоциональным состоянием Саймона и пока сомневается в его стабилизации. Мы еще не заметили положительных сдвигов в его настроении, и я не могу поручиться за то, что он не попытается вновь свести счеты с жизнью. Когда мы принимали решение, то взяли на себя обязательство воспрепятствовать этому всеми силами. И пришли к выводу, что ему необходима постоянная сиделка, которая не спускала бы с него глаз. Мы пришли проверить ваш номер. Саймон Виккерс, номер 341-0205. За неделю в отделении пересадки было сделано все, что требовалось для Виккерса. Предстояло решать, что делать дальше. Я хочу увидеть Саймона перед тем, как вернусь домой. Я была счастлива увидеть ее. Правда, немного побаивалась. Она лежала вся оплетенная трубками и проводами. Но это была она, моя дочь, и она была жива. Я буду вне себя от радости, когда увижу, как она бегает, играет с собакой. Ты прекрасно выглядишь, Никола. Просто великолепно. Дорогая. Привет, как дела? Как вам понравилась Никола? Вы рады ее увидеть? Да. Замечательно. Как ее здоровье? Все хорошо. Всего один дренаж. Неплохо. Хорошие данные анализов. Тромбоциты 48. Она спала спокойно, ее уже можно разбудить. Вы не против? Давайте мы ее разбудим. Хорошо? Благодарю вас. Да не за что. Спасибо. Скрестим пальцы. Ну ладно, мы еще увидимся. Ты в порядке? Да? Ты умница. Ты знаешь, что происходит? Все хорошо. Ты молодец. Не слышу, что она говорит, не слышу. Тебе не больно? Ты сильная. Очень сильная. Да, все идет как надо. Новая печень работает. Твой организм выдержит. Все будет хорошо. Когда у нее вынут трубку из горла, она почувствует себя лучше. А когда окончательно придет в себя, ей будет еще лучше. Несомненно. Да, она еще дремлет. Раз врачи не проявляют беспокойства, то и я постараюсь не волноваться. Все хорошо? Людям вроде меня не стоило пересаживать печень.
А что же надо было делать? Пересаживать тому, кто больше нуждался в этом.